Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Занятость большая, огромная, вообще не хватает ни на что времени. В общем, добрался я до овса, вез на фотографии, там, ну, наверное, не видно, там где-то примерно 80 сантиметров он уже вымахал. Сейчас будем проверять, насколько газонокосилка справится с такой задачей. То есть, ну, как вы видите, вот уровень примерный, вот газонокосилка. Газонокосилка, по-моему, там то ли 40 сантиметров, то ли 50, уже навскидку не помню. Задача какая? Скосить, дать повялиться, пройти фрезой и засеять. Сеять мне сказали капустные, друзья посоветовали, но насколько мне это все надо, горчица, все это дорого стоит. Ну, посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, как газонокосилка на вот максимальной высоте, это получается 8 сантиметров, справится с овсом. Скажем так, зерна еще не сформировались до конца, но уже вот на грани, через 4-3 дня, я думаю, что уже можно будет уже комбайн вызывать. Занятость большая, и дом, и мастерскую строю, все это будет уже в отдельных видео. Фу, аукнулась мне моя посадка под фрезу, аукнулась тем, что остались рытвины, и колесики стандартных размеров, бывает, буксуют, немножко вот так вот колебается. Но это мелочь. Это первый момент. Второй. Всем эта фреза хороша, газонокосилка. Только что достаточно редкий болт, который вы в продаже в магазине не найдете. Американская резьба. Болт, который держит нож. Нож здесь замечательный. Ловил камни. Были удары, загинало нож. Выпрямлял только кувалдой. При этом нож не ломается и продолжает работать. И второй, весьма, скажем так, существенный недостаток у этой газонокосилки заключается в том, что трудно завести ее. Ее трудно завести. Здесь нету заслонки. Как у ручного триммера, как у мотоблока, нету заслонки вот воздушной. Когда ты закрываешь воздух, заводишь с первого тычка буквально, и все, и она работает. Здесь нету ни подкачки бензина, ни заслонки воздуха. Именно ее завести, писала как-то в комментариях девушка, что, ну или женщина там, ну, в том, что не смогла ее завести. Реально, это так и есть. У этой газонокосилки проблема в заводке. Если она постояла у вас неделю, вы будете маслать, наверное, ну, чтобы дергать ручку стартера. Ну, вот у меня сегодня, наверное, с 25-го раза она только вот завелась. Все, когда только она прогрелась, она с полтычка заводится, сейчас даже покажу. То есть она вот как только завелась, она будет заводиться. Но когда она постоит, ее проблема завести. Это как-то надо решать, потому что это, честно говоря, раздражает. Вот это. Ты пока ее заведешь, ты уже испариной покрываешься. В остальном, как вы видите, отработало нормально. Выброс, конечно, забивался. Раз 5-6 я его чистил. Ну и переросла. Овес мой перерос, конечно. Наверное, его косить надо раньше. Ну, нету времени, вообще нету времени. Ноги до дома, до кровати, до волок, свалился и все, и выключился. Все надо успеть, все надо построить, и надо еще успеть и пожить. Хочется все сразу, но так не получается, но стараемся. Вот и уже, как видите, вот и забор уже выставляю, там мастерскую строю, уже не выдержал, людей нанял, кредит взял, чтобы там мне последние 3 ряда настройки довести. Ну, короче, как есть. Сейчас еще пройдусь, скажу то, что... И мульчирую то, что не скосилось. Быстренько пробегусь.
Ну и в заключение скажу, что вот если ручным триммером это делать, вы так не сделаете. В газонокосилке трава мульчируется. Можно вставить вставку, но тогда надо, чтобы рожь была овес поменьше, потому что при такой высоте быстро будет забивать, он не сумеет сбросить это. Земля после фрезы до сих пор пышная. Либо это из-за овса, я даже не знаю. Ну вот, то есть она постояла тут 5 минуток. Заводится после этого она сразу же. Ну вот так вот, без особого напряга, размеренным шагом, спокойно, как по беговой дорожке, не спеша, мы по мягкой земле, здесь земля мягче, чем беговая дорожка, земля родная, на чистом воздухе мы делаем из овса смузи, вдоль и поперек прошелся, перемолол все в кашицу. Ручным триммером так не сделаешь. Ну и все на этом. Дам сейчас подвялится, а завтра уже, ну это в следующем видео, под фрезу. Мне сказали, надо дать подвялиться, и под фрезу можно пройтись неглубоко. Ну, насколько там получится. А что сеять буду, даже не знаю. Овес, рожь, все доступно по цене. Горчица, рапс, все очень дорого. Ну, подумаем. До завтрашнего дня.